К избирательному округу номер 4, в котором работает депутат Алексей Валуев, относится микрорайон Бутово парк. Одну из основных проблем густонаселенной застройки удалось решить в этом году. Около дома номер 21 был установлен шлагбаум, ограничивающий проезд транзитного транспорта по дворовым территориям. Так как здесь был просто нескончаемый поток машин, которые ехали и маршрутки, и машины, которые просто проезжали нескончаемым потоком на Варшавское шоссе мимо жилых домов. И, соответственно, дети, жители, пожилые люди, которые выходили из подъездов, они упирались в этот поток машин. И было вплоть до того, что были несколько несчастных случаев, когда детей даже сбивали. Инициативная группа жителей подготовила проект и обратилась к депутату с просьбой установить шлагбаум. После согласования с администрацией, со всеми ведомствами и службами, он появился здесь в начале текущего года. Сделан очень удобно. Здесь можно проезжать через приложение, можно проезжать через транспортные карты. И, собственно, сами жители также через приложение, через звонок могут открыть. Кроме этого, Алексей Валуев поспособствовал проведению общих собраний жителей по вопросу смены управляющих компаний. Данная проблема волновала жильцов многоквартирных домов не один год. Здесь около сейчас 20 домов и несколько управляющих компаний. Вот 9 домов за последний год перешли в ту управляющую компанию, которую они сами выбрали на общем собрании собственников. Также стоит отметить работу депутата по повышению уровня безопасности пешеходов при переходе через Расторгуевское шоссе. Была изменена разметка и установлен светофор, регулирующий выезд автомобилей со двора. По отзывам люди довольны. Ну, кто-то не нравится, что нельзя перебежать и быстро перейти, но в основном жители довольны. Кто соблюдает правила дорожного движения, все-таки это наша безопасность. Алексей Валуев находится в постоянном контакте с жителями и продолжает решать проблемы по их наказам и обращениям. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.